На Северо-Чемском жилмассиве в Новосибирске в этом году проведут капитальный ремонт подземных коммуникаций. Как сообщили в сибирской генерирующей компании, проблемный участок внепланово добавили в программу замены теплотрасс. Напомню, в ноябре прошлого года на улице Комсомольской произошла череда крупных аварий. Изношенные трубы, которые на этом участке не меняли 40 лет, не выдержали 30-градусный мороз. Без отопления и горячей воды на несколько дней остались тысячи горожан. Стены домов начали промерзать, и ситуация была настолько серьезная, что на месте ЧП был экстренно организован мобильный штаб губернатора. С учетом состояния этой тепломагистрали было принято решение не откладывать ремонт до будущего года. Уже в этом на Комсомольской заменят участок трубопровода протяженностью 482 метра. Инженеры начали готовить проектную документацию. Добавлю, что капитальный ремонт запланирован также на улицах Дмитрия Донского, Дачной, Котовского, Северяков, Гвардейцев и в дамбе Октябрьского моста.